поможешь человеку в беде. Что стряслось? Глаза у него раскосые. Похоже, зериканец. Хорошо. Здесь стоит осмотреться.
серебро, да? Хорошего понемножку. Thank you.
Значит, верну. С удовольствием. Будь здоров. А кто же? Плохие нынче времена. В такие дни добрая броня прежде всего. Хочу взглянуть на твои товары. Не хочется...
Плохие? Не хочешь... Приветствую. Покажи мне свои товары. Я хочу сыграть в карты.
мечи за спиной. И чего только люди не выдумают. Да? Бывай. Ну и что мне теперь делать? Позволишь тебя отвлечь? Я здесь, чтобы служить богине и тем, кто в нее верит. Говори, чем я могу помочь тебе? Исвана, я по поводу скачек-смельчаков. Чужак тоже может поучаствовать, или это только для своих? Рэй не делит людей на своих и чужих. Каждый может воздать ей почести, рискнув жизнью. У нас скачки не такие, как на большой земле. Мы признаем только одно правило. Побеждает тот, кто доедет первым до финиша. Иногда побеждает самый быстрый. Иногда тот, кто сбросит соперника с коня. Тогда понятно, откуда такое название. А что нужно, чтобы участвовать? Отвага. Если не боишься, повесь подкову. А награда победителю полагается? Победитель покроет себя славой и явит доказательство своего мужества. Я надеялся на что-то более материальное. Для нас такие вещи значат немного. Ну да, победитель всегда получает что-то, что будет напоминать о подвиге. Иногда меч, иногда шлем или щит. Ну вот, даже вы можете быть практичными. Немного протрястись не помешает. Так, где проходят эти скачки? Первые три на Артскеллиге. А тот, кто победит в каждых скачках хотя бы по разу, вернется на Хиндерсфьяль, чтобы помериться мастерством с лучшим наездником прошлого года. Ясно. И кто он? Кто она? Астрид со Спики Рога по прозвищу Змея. Симпатичное прозвище. И вполне заслуженное. Удачи, ведьмак. Пусть твои подвиги доставят богине радость. Ну и что мне Эй, ведьмак, у меня для тебя есть предложение. Что за предложение? Заказ? Может и так. Если ты захочешь поработать вместе со мной. Обычно я работаю один. В этот раз стоит сделать исключение. Кроме того, редко выпадает возможность поработать с самым известным охотником за головами к северу от Яруги. Самим Джанго Фреттом. И зачем славному Джанго Фретту понадобился ведьмак? Я догадываюсь, что ты много путешествуешь. Не встречал ли ты где-нибудь таких братьев Гроссборн? Ты на них охотишься? Да, порядочные гниды. Их трое. У каждого на счету изнасилование, убийство. Последний раз они даже какую-то могилу раскопали. Их легко узнать по желтым шляпам. Едва их завидев, люди в домах запираются. Что, конечно, мало помогает, эти трое и дома поджигать любят. Значит, это были братья Гроссборн. Похоже, тебе придется поискать новый заказ. Ты их уже убрал? Неплохо. Дам тебе половину награды, если скажешь, где найти их тела. Идет. Приветствую. Что хочешь купить?
Бывай. Ты так и будешь тут шататься и цепляться ко всем. Быстрей. Хорошо, что ты здесь. Нам для скачек не хватает одного человека. Не хочешь поучаствовать? Конечно, хочу. Тогда давай в седло. Люди, у нас есть третий. Вместе с лысым Сигги и Эггером Рыбаком поедет Геральт из Ривии. Все, на что ты способен? Быстрее не Слушайте, люди! Выиграл Геральт из Ривии! Ты покрыл себя славой, ведьмак, и заслужил прекрасную награду. Значит, вернулся. Я был прав, а? Сюда.
Будет. Ну, вчера мы... Я слышал, Свана допустила тебя к скачкам, но хватит ли у тебя храбрости, чтобы в них участвовать? Ага, можем начинать. Слушайте, люди, во славу Модран Фрей поедут Геральт из Риви, Арве Гребец, Красная Рика. Не дам тебе выиграть, приблуда. Ты едешь как баба. Я не дам тебе. Ты едешь как баба. Победил Геральт из Риви, ведьмак. За такой подвиг полагается награда. Возьми, пусть она напоминает тебе о твоей славе. Следи за собой, Белоголовый. Что? Я бы не отказал.
Соблюдай наши обычаи, приблуда. Так, ну сделал, что хотел. Сумки увеличил немножко. Маленький Норгун завтра день рождения. Достаньте его! Давайте его! Разом! Yeah.
И покойнее! За тобой следил. Еще что? Ну, значит, сюда. Будь здоров. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов... Достаньте его! Не повезло тебе.
Иди сюда. Хорошего понемножку. Расхотелось. Раз мать родила, раз и подыхать. Стойте!
Небесные камеры, тюрьма без решеток, отличная мысль. Жаль только он не умел летать. Сколько мне еще ждать? Бедный ты! Гравировка, украшение. Значит, вернулся. Я был прав, а? С удовольствием взгляну на товары.
Будь здоров. Ну вот, потом можно будет и грифона искать. Но в следующий раз можно будет скрафтить медведя доспех. Деньги есть. И реги вроде тоже должны быть. Что это значит?